Мой первый был хорош. Красивый, холеный европеец. Как я его любила. Одевала бы все лучшее. А он всегда был и начищенный, и накормленный под завязку. Но все хорошее кончалось. Он стал ненадежен и ослабел. И однажды он подвел меня в самый интересный момент. Второй был здоровенный силач, и все было хорошо. Но он вдруг мог остановиться посреди улицы и ничего не поделаешь. Куда только его не водила, чем только не пичкала, ничего не помогала. И нам пришлось расстаться. Потом был еще один, не помню, как его там звали, какой-то маленький, облезлый. Я с ним долго не выдержала. И вот настало самое страшное. Я осталась совсем одна. На работу, на концерты, даже в сутки приходилось ходить со мной. Но однажды все изменилось. Друзья посоветовали мне обратиться к Володе. Он был очень добрый. Он выслушал и нашел мне моего единственного, моего мальчика. И теперь все мои мечты сбылись. Вот. Просто блеск. Просто блеск. Просто блеск, Наташка, просто блеск. Молодцы. Все, ребята.